Экологическая карта появилась у Нижнего Новгорода. Городские власти запустили портал, на котором отображается состояние воздуха, воды, отмечены различные экологические объекты и размещена полезная информация. Экологических проектов много. Как правило, каждый преследует свою цель. Это информационный ресурс, в первую очередь, который собирает данные о уже идущих информационных проектах в городе. Основной инструмент – это экологическая карта. На экологической карте, соответственно, созданы точки, которые разделены как графикой, так и, соответственно, по своему назначению. Здесь можно открыть отдельно пост, перейти в информацию об этом экологическом посте и, соответственно, получить данные по качеству воздуха по 8 параметрам, и без какой-то предобработки они отправляются, становятся доступными жителям. Когда мы говорим о формировании комфортной среды и выборе комфортных условий проживания в городе, вопросы экологии имеют, на мой взгляд, первостепенное значение. Я, обладая информацией, отражающей объективно и своевременно экологическую обстановку в городе, мы тем самым даем инструмент для принятия решений не только чиновникам, да, но и жителям, чтобы они могли учитывать свои потребности, исходя из имеющейся достоверной информации.